Во, блядь. Фантомас ебаный. Сука, голубая, блядь. Пьянь семеновская. Картина маслом. Скорее всего, черный болт здесь был 10,9 прочностью. А, это вообще бычок там поставили 5,8. Ну, вот не срамятина, я с ним делал. Вот он. Погнали. Все, срезал. Ничего нет. А ты это, ехай домой спать на задами, скажи, что я пахать, а сам задами и домой спать. А с обед поедешь. В общем, здрасте, у нас дождь. Сейчас шел, возможно, еще будет. Собственно говоря, уборка пока что встала и отправляют пахать. Два плуха на одно поле. Поеду пахать за Троицу. Где была рор? Я от дороги разрабатывал слева участок, а там справа поле с рожью. Частично убранная, и уже вот ее надо спахивать, потому что там предстоит опять сев зимы ржи. Ну а мы с вами не знаю, чем займемся. Посмотрим. У меня там ТО, блядь, на трафере подходит. Может быть, трафер пригнать и масло поменять, двигатели, фильтра. Посмотреть еще, что можно сделать. Заправка. Ну, крайний диск какой-то, чем-то хорош. Он, а почему вот эти? По пахоте идет. Это я постоянно, он и по пахоте идет. Ну мне, да, он нагрузку такой не ощущает. А эти, блядь, идут, а эти идут в работе. Да, вырезы уже такие, да, блядь. Уже. Настоящие-то они, эти-то не настоящие, а настоящие они во, блядь, у нас сколько выше, они вот такие, блядь. А-а-а, нихера себе. Вон один лежит. Да? Они, так, сколько они у нас, еще 800 с чем-то. Сносились, да? Конечно, они сносились. Тут новые, если посмотреть. Но они раз не меняли, да? Зацеп, вот Николаевич? Такой, нет еще. Не раз? Вот такой зацеп у него, вот. Тут сантиметров под 20 у него, вот такой вот будет. Не меняли, а он прошел уже сколько тысяч оттирачил. Ну, блядь, ну перед правда износился. Несколько тысяч уже оттирачил, но раз не меняли. Диски 20 с лишним килограмм в одном. Че это был? Пружина сработала. Это я сунул. Я думал, КамАЗ мимо проехал, зацепил. Вась, как там бугеля, вот тебе ничего? Пизда. А? Пизда им. Че, износились? Че делал? Я сам начал рассказывать. Чё, помазал, поездил, блин, начинает скрипеть, нахуй. Я думал, да еще промазал. Хуй, не промазал, снимал, нахуй. Износились на БДТ-хе. Уже все диски, бля. В основном передний ряд. Вот заказали. Короче, один диск, блядь, 15 тысяч на эту херню. В общем, тут дисков, блядь, на полмиллиона. Ну, аппарат, конечно, хороший, блядь. Тяжелая барана. Что и землю водить в сельхозоборот и неплохо, что и вообще там под зиму работать. Ну то есть работает грубовато, конечно, это не дискатор, но ну, глубину приличную. Барана таких для тяжелых условий. Белагромаш сервис имени В.М. Рязанова, БДТ-5ПР. Точное название данного сие чудо техники. Так, ребят, что-то опрыскивайте. Настраивать. А я машину мою. А что еще делать? Трактор у меня в поле. Пока велено подождать с техническим обслуживанием. Там, ну, некогда никому. С документами все работает.
все, пиздец, тормоза заржавеют. Все, ребят, пока ничего вообще. Время уже с обеда. Замучился я эту Весту мыть от скуки. Просто тряпкой до обеда считать тер и сидел с Пашкой. Музыку слушали и салон натирали микрофиброчками. Съездили с ним в магазин, по мороженку по два съели, газировочки купили. Обед прошел, ждем. Погода вроде так наладилась. Ветерок, солнышко пробивается. Так что, возможно, сейчас и отмашка будет на пробу. Ниоткуда появился Джон Дир. Да, Джон Дир появился. Выезжает Тэшка. Джон Дир Т-660. Он не сюда едет. Угу, поворот включил, агроном проехал чуть вперед. Следом даже, наверное, РСМы. Не знаю. Наверное, нет. А РСМы здесь где-то, ребят, сами. Это один он комбайн. А он, Мишка, ездит, пробует. Значит, поехал в новое место пробовать, да. Агроном сопровождает. Погнал куда-то. Рванули. Ну что, в принципе, Михалыч из моей бригады и дядя Леша пашут. Но мы с инженером на бригаде. Так что, если мы захотим попробовать, мы с инженером сгоняем, попробуем. Здесь недалеко. Прямо на Волге можем съездить. На его. А пока стоим. Так, вот тут ребятка мазист тоже ковыряется, кто борта пенит, кто тут что-то подкрашивает, подваривает. Так, мелочевка всякая. Ам-ам-ам-ам. В общем, позвонил Сергей Николаевич, инженер. Три часа время. Съездил он на поле, попробовал покосить, позвонил, сказал, что сухая. Сказал приезжать с КАМАЗом туда. Ну и, наверное, сейчас будет выцеплять пахарей наших, Леху и Михалыч, чтобы они переквалифицировались из пахарей в комбайнеры. Вот. Ну а мы с Пашкой чешем моток, пойдем выгонять КАМАЗистов на поле. Наступило время поработать. Ты говоришь 3, а время-то уже почти 4, Пашка. Пока мы до сюда ехали, что же мы, блядь, час ехали? Да. Да где же мы час тут ехали? Время без 7:04. Так, второй КАМАЗ потянулся, еще третьего КАМАЗа нету. Все комбайнеры здесь. Всех привезли. Так, все нормально у нас здесь. Трактор мы только по-быстрому с Пашкой обслужили, он мне помог, щеточками радиатор почистил, пока я занимался другими делами. Ну, в принципе, готовы работать, ребят. Что, в 4 часа условно начали мы молотить. По сути, у нас на все про все до 9 вечера поработать. Сергей Николаевич уже почти полный, но он тут как раз и пробу и снимал в 3 часа. Приехал сюда, а уже после того, практически намолотил полный бункер, он съездил за ребятами, за пахарями. Ну что, Пашка, погнали. Первая разгрузка, 4 часа ровно у нашего инженера. Хреново, бля, они потом дальше вот эти... Замолачивать будут. Я не знаю, если нарпайд разрушу, блядь. Сколько он идет? 7 идет, блядь. Сергей Николаевич. Блядь, мог навигацию ты включил бы еще бы, а? Да, Пашка. Навигацию я не включал.
Поехали. Никит, слушай, давайте этот бункер сейчас выгружу у Сергея Николаевича, чтобы потом уже у троих забирать, а то они неравномерно сейчас набирать будут. Да? Должны быть так все поворачивать при том, знаешь, круто. Как вот руль, блядь, может поворачиваться на тракторе, так же и он тоже.
так выглядит, друзья, половина 9 вечера. Идут 3 комбайна к краю. Все заполнены где-то на 75%. Надо как раз примерно 3 полных бункера, чтобы загрузить до конца последний большой КАМАЗ 65-115. Вроде правильно назвал маркировку. Нет, первый комбайн 50% загружен только. А вот этот можно разгружать, в принципе. Все, видите, мигалки не тухнут. В принципе, это, ну, практически 100% загрузка. Там можно, конечно, потерпеть чуть-чуть, но совсем чуть-чуть. Ну и последний Леха замыкает. Его улыбающийся комбайн. В общем, ребят, последние бункера мне даже не пришлось высыпать. Комбайнеры сами все высыпали, намолотив, закончив работу. И сейчас мы паркуем технику на краю соседнего поля, где отцепляли, собственно, жатки. Я вот не знаю, куда он только что берет, блядь. Он на, сука, лет 200, что ли, жить собрался, ебать его в кол. У него ничего нету, что ему просить. Фантомас разбушевался. Он зато, блядь, с бумажками бегать, этот, ебать, я столько не брал. Фантомас разбушевался, сука, и дальше. Не говори, блядь. В укроет. Пидорас, вот взял, зачем-то ломает и ручку на трещотке, блядь. Афанасий. А потом еще новый набор покупай. На всю ручку расхуярил. Ну что я понимаю, молотком будут долбить при избе? Нет, блядь, ручку вломать надо. Молоток мой дома. Во, блядь. Фантомас ебаный. Сука, голубая, блядь. Пьянь семеновская. Ну что, ребята, это утро очередного дня. В нашем случае 8 августа. Техническое обслуживание комбайнов перед выездом в поле. Начало где-то 9 часа утра. Планируем сегодня пораньше выехать в 9 на обмолот вон того поля. Ну, где столбы стоят. Это поле озимой пшеницы было. Здесь выбирали RCM S161 и John Deere Т-шка клавишный. Здесь мы чисто припарковались на хранение на ночь. Я, в принципе, с трактором все сделал. Масло проверил, уровни все проверил. Радиатор почистил. Стекла помыл. В принципе, делов на 5 минут. Ну, у кого-то мелкий ремонт. Леха, там пальцы прижимные. Нажатки меняет. Он злой сегодня, как собака, блядь, весь. О! Лёв, че тебе показываю? Я хуй. Это факт тебе, блядь, слышь? Че ты можешь хорошо показать? Гля, как кашкапыра охуителя, а? Я прям ключом уеду. Каким? Как он не лечится? Ну это не джондировский, да? Да я ебу.
похож вроде. Что-то припекает, да? Инки. Еще хороший похой, да? Ну как, ну недолго. Так, шустро у вас дела идут, Алексей Владимирович? Фирмахули. Это снизу, о, блин. Эту сверху. Надо не забыть, а то перепутать, что это снизу, а это сверху. Сколько деталей, да, на двух болтиках держится одновременно? Не говори, блин. И нижние, и верхние. Ползатки, вот это еще хуйня. А, и эти уж, да? Лёха считает, насколько хозяйство разорить. Да. 11. Нормальный. Пойдет. 12. 13. То есть ему мало было 10 штук поменять, сейчас еще поедет, привезет. Короче, вы видите, зазор светится тут. Вот, бомб без воды, вообще там. А? Ну да, тут вообще 12. Щель между сегментом 13. И пальцем. А должно быть 14. Вот так. Должно быть вот так хотя бы. Ну я вот смотрю, даже на старом показываю. Ну вот он и не, это менялось, Серега, я в том году изменял некоторые. Mm. А некоторого, когда ломаешь, меняешь. Ну понятно. Короче, 15 таких, блядь, и 20 таких. Ну короче, сюжатку ты перетрясешь практически. Да? Ну вон она, видишь, беда вылезла. Где? Вон что долбится, блядь. А, колпачок слетел. Здесь был колпачок. Пыльничек. Теперь его нет. Ты монетку убрал, да, Алёш? А? Монетку убрал? Да, я в тупку поменял, чтобы болтался, а так горит всё. А, ну да, у тебя сейчас люфт, да? О, рукой. Вон где палец следует. Глёк, все ходит, говорю? Ходуном, блядь. Вот он, видишь, обугленный, сгорелый весь. Это краска сгорает? Мигин горит. Да ладно. Че ладно-то? Я из-за чего воду держу? Я говорю, я разъеду, что пахнет где-то? Ё-моё, что такое? Ну, когда тут дымок, салон подымаю, огонь. И назад и за водой тягу. Заливал. Сергей Николаевич, открыто или закрыто? Так, Лёнь поехал с инженером за пальчиками. Свои жаточки. Горешит на то, что не косится. Трава и все прочее, зазоры вот эти. А я решил выдвигаться на загонку. Да сейчас, наверное, Леху ждать никто не будет. Сейчас два комбайна начнут молотить, а Лень там поменяет, подтянется. Поедем, да, встанем, будем ждать комбайны уже на поле, на загонке.
получилось. Сходил, показал инженеру болтик. Вроде бы у него такие есть где-то. Я думаю, в какой-то периодичности такие моменты будут возникать. В общем, смотрите, вот видите, кардан получается из двух половинок в конце на шлицы садится. И он получается, вот он, болтик. Вот. Гаечка родная осталась, мы ее вот как раз с обломленного куска открутили, а болтик уже поставили простой. Ну, это какая там 5,5 там прочность, ну, обычные болты, мягкие. Когда кардан включаешь, есть эффект такого удара все равно. А частенько еще приходится включать шнек, ну, частично с зерном. То есть бывает так, что ты не успеваешь прогнать шнек. Ну, тоже нагрузка такая возникает. И вот он не выдержал. Все кушают, обедают. Только Леня один не обедает. И я не обедаю. Лёня говорит, отрабатывать буду. Я ж прогулял. Он пропустил где-то два бункера. Вошатает. Но у него с собой Лёня тоже, он хитрый. У него и помидорчики, и сало, и чесночок. И пожрать-то у него есть с собой всегда. Помимо обеда колхозного. Он тоже не все ест. Он гречку не любит, например. А сегодня гречка как раз. Все, значит, Лёня не обедает. Ну как, первое есть. Но что-то первое его тоже, походу, не устроило. Видите, какие мы все деревенские, привередливые, зажравшиеся деревенские ребята, блядь. А еще я сделал себе удобную дырку на штанах. Теперь штаны приспускать не надо. Это тоже в связи с кардановым, блядь. Поехали. Два КамАЗа нагруженных. До сих пор еще не уехали. Вот этот КамАЗ, в принципе, его сами загрузили комбайнер, пока я кардан делал. Сразу им сообщил о том, что у меня есть поломка. И сразу туда отослал я КамАЗ комбайнером. И они уже сыпали сюда. КамАЗ. Я считаю, так вот в прицеп чуть-чуть досыпал. И все. А что я могу сказать? Походу болт уже срезало. Картина маслом. Сейчас инженер посмотрит у себя в комбайне. Может быть, найдет. Не придется снимать. Я заколебался, потому что шлицы ловить на кардане. Сняли. Мне он Никита КамАЗист помог бы. Здесь монтажка чуть пошатал его. Сошлись они. Так. Теперь надо вот эти усики сопоставить. Опа. Ну да, придется все равно раскручивать, никуда я не денусь от этого. Вот, да, моментом его срезало. Нашли, конечно, с инженером Сергеем Николаевичем болтик на 8,8 прочность, но он такой комбайнерский, с подтаем, видите? Ну, поставлю его, я проверю пассатижами, дал мне такую гайку, она, в принципе, такая же своя, с
капроновой пришибой внутри запрессованной. В принципе, даже если я придержу, подтяну, он никуда не денется, не откроется. А там уже на бригаде будут смотреть такие, более прочные. Скорее всего, черный болт здесь был 10,9 прочностью. А это вообще больше там поставили 5,8. Ну, вот ну, сыромятина, ясен дело, вот он. Все-таки родной болт продержал столько недель уже. Уборка идет третью, три, наверное, недели. Даже этот болт короткий, то есть гайка закрутилась сюда до капроновой пресс-шайбы, он ни хера не дошел. А вот эта гайка родная, с которой шла с этим болтом, она еще толще. То есть длины резьбы свободной должно быть больше. Моя поуже. И то не хватило. В общем, пришла идея, друзья, завернуть гайку капронкой вовнутрь. Сразу в капрон закручивается. Вот так вот я и закрутить. А пока больше у меня выхода нет. Не знаю, сколько продержится. Если что, у меня есть еще один такой же. Ну все, что собирать надо, на место все. Сейчас замучусь кардан на хвостовик бомба одевать. Так, сразу сходу поехал ссыпаться. У комбайнов у меня там до половины флигеля, блин, загружено. Ну а что, надо сгрузиться в комбайн. Один полный, Леха, он сейчас тоже полный. И тогда поеду сгружаться. Я вот сейчас думаю, где больше нагрузка получается на этот болт во время того, как ты пустой его, блядь, спускаешь, и происходит удар, блядь. Либо когда нагрузка есть, и под нагрузкой плавнее все происходит. Но там, да, во всю длину кузова идет шнек, и в нем зерно. То есть ВОМ испытывает нагрузку. А вот болт, вот этот хер его знает, да? Погнали. Ты хоть помнишь вкус трех топоров? Да. Последние года это жженый виноград, это говно. Все, срезал. Ничего. Ничего нет. Болт сразу ударом срезало. Что ты будешь делать? Ничего. Так, Никита привез блестящие какие-то болты. Вот такие, 8,8. Поставил. Ему разгрузил остаток. Будет примерно один бункер, наверное, Джон Дира. Начинаю собирать у остальных зерно комбайнов. У полных. Будем разгружаться, смотреть. Буду пробовать включать на холостых, не знаю, прям оборотах, на 900 оборотов двигателя, хотя, блядь, для джиндира это не очень. Леха меня все время талдычит, что ну, не менее 1200 должно быть оборотов, когда трактор стоит заведенный. Поехали к остальным. Скоро мне привезут, блядь, коробку болтов, я буду с ними работать. Мы тут пока ждали болты по рации, тут все возможные варианты событий тут, блядь, обсудили. И может быть что-нибудь туда попало, может быть еще какие-то моменты, блин. Ну, скорее нет, скорее всего, ничего туда не попало. Если что там попало бы, то я вообще хрена разгрузить смог бы, а то я при запуске вам разгружаю удачно все. Конкретно вот этот первый рывок влияет на эти болты. Бляха-муха, как тут неровно-то, блядь. Тут я ведь какую-то культивировал кункраузы. Ебать тут накультивировали, а? На классе, наверное, вот эти ребят с тяжелым культиватором. А, ну тут вообще нет, ты подальше начинал.
начинал там, где было это, помнишь, я же приезжал? Да, нет, а прикинь, я стелки носил, Юрич. Ты где же сейчас едешь? Ну, у тебя направление чуть другое было. Ну, понятное дело. Ну, блин, в принципе, зерновые уже подходят к концу, там херня. Гектар 300. Там, правда, эти колымщики, блядь, на металлоломе на своем. Оба поломались, короче. Ну, видно, что комбайны потрепанные жизни. Блядь, сколько они тысяч гектаров за свою жизнь убрали, это неизвестно вообще. Но, блядь, наверное, вкалывают они мрак. Как, наверное, начинают с юга России, и вот так вот постепенно идут сюда, на северную часть России, и колымят. То есть работа у них такая, блядь, прям. С июня месяц, наверное, и вплоть, блядь, до декабря. Так что неизвестно, когда они еще на рожь попадут. Не знаю, там Дон 1500 вроде подчинился, полозит с периодическими поломками и простоями. Просто как бы поторапливаться рожью, надо ее запахать, чтобы посеять повторно опять рожь. Без 5-8 вечера добиваем клочок с яровой пшеницы, остается совсем чуть-чуть. Так. Собственно, Леня вот сейчас сыпает и едет на 5-е Семеновское поле, где я впервые барановал на ДТ-75. Там рапс у нас яровой. Леня попробует рапс покосить. Ну, стой тогда, дядя Вить, сейчас тоже подъеду, сыплюсь. Что несусь, ребят, по своей дисковке. Нормальная дисковка, нормально катали, блин, вообще отлично, огонь, блин. Прям 32 иду. В общем, гоню трактора на бригаду, ребята. Комбайн оставляют опять в поле, там, где оставляли. Ну, а я завтра буду делать ТО на тракторе с утреца. А там уже посмотрим, куда нас зашлют. Ну, в принципе, должен успеть. Да и все, хрен пораньше завтра. Прям к 7. Да и, наверное, все, ребята, закончим. Всем спасибо за внимание, оставайтесь каналом. Всем бобра.